Здравствуйте, милые улыбающиеся создания за телеэкраном. Снова с вами остановка Небритания и Тимур, Артур и Эстел. Что? Эстел. Что завис? Во-первых, я хочу вам поздороваться, как будто у нас передача «Доброе утро, дети», милые создания. Не, ну как бы... Для меня все наши телезрители милые создания. Вот. Я всегда рад встрече с ними. Тебе только косты говорить. Я скажу, кто для меня не милые создания. Это вы. Два человека, которые нагло... Ты сказал, как моя мама. А каждое утро, да, тебе с этого начинает. Да. Вы заменили меня наглым образом. Что самое странное, мы не пожалели. Не чувствуем, да, не чувствуем какой-то дискомфорт. Вот это меня тревожит. Ты сначала узнай, кем мы тебя заменили. Я знаю, кем вы меня заменили. Вы меня заменили, и только это вас сейчас спасает. Мисс Черкес! Вот так ее папа говорит. Если тебя это успокоит, честно, если тебя это успокоит, я представлял на ее месте тебя все равно. А я нет, я как бы довольствовался тем, что перед нами. Не, вот скажите, номер кто-нибудь шкильнул? Знаешь, формулировка «шкильнул» в наше время. Да. Нет, мы как бы не такие... Я такой, я не знаю, как Тимур. Я не знаю, как Тимур, я такой, я шкильнул. Только что ты говорил, милые создания, а теперь говоришь, что шкильнул номер. Но зато смотри, нам, если честно, вы очень с ней похожи. Вот реально. Есть, есть. Она тоже придавала настроение в студии, тоже что-то говорила и все время смеялась. Она тоже хочет стать президентом. О! Да. И у вас даже почти одинаковые требования. Лозунги, да. Так, ну... Не, на самом деле, я рад вас видеть. Взаимно. А у нас вообще, я так понимаю, этот выпуск... Передача «Как жди меня» у нас... Да, «Как жди меня». Мы... Неделю, да? Нет, неделю, не неделю даже. Мы не виделись с прошлого сезона с вами. Это вы там между собой там меня меняли. Меня меняли. Вот это словосочетание «меня меняли». Это человека так можно, «меня миньянинов» какой-нибудь. Ладно, вырежете это. Так, ну, Артур, если честно, нам тебя реально не хватало. Вот и мне вас не хватало. Расскажи, где ты был без нас? Я был... Мистер Черкес 2016 проходил, 2015. Который я, к сожалению, не выиграл. Нет, я много где был, и один из городов таких, не самый большой, но самый для меня приятный, это Ставрополь. Я попал в Ставрополь. Да, и он был в Ставрополе, и при этом, оказывая сопротивление сотрудникам полиции, причинил им телесные повреждения в виде укусов. Сообщает Ставропольская газета. Новость прочитала сейчас. Да, если нет, это сводка реальная. Это сводка реальная. Это его реальные слова. Он мне вчера об этом вечером рассказывал, в телефонном разговоре. Не, укусить... Сегодня же укусить полицейского, это не считается как какое-то правонарушение. Хорошая примета. Если да, это честно, хорошая примета. Может, причем, ты хотел... причем полицейскому больше повезет. Я даже знаю, к чему эта примета. Повезет пойти к врачу. Укусить... На обследование. Знаешь, тут та же примета. Укусить полицейского к дополнительному штрафу. Да, это хорошая примета. И работает. И вот эта примета, она вот проверена уже нашим соведущим Артуром, как я понял. Нет, на самом деле это был не я. На вкус, на вкус как? На вкус. Никак на вкус. Вкус денег ощутил. Вкус справедливости. Сержанты. Укусив полицейского, я ощутил вкус справедливости. А пока наш разговор об укусах не зашел слишком далеко, я предлагаю приступить к самому, я сказал бы, приятному моменту сегодняшнего выпуска. Вот. Поедание. Я вот к вам приехал не один. Я приехал к вам... С покусанным полицейским. Нет, не с покусанным полицейским, а с очень-очень талантливой, очень одаренной, очень веселой, в первую очередь, девушкой. Хотя делаю вид, что я не догадался, о ком ты, хотя она стоит сейчас за операторами. Я думаю, пора уже ее пригласить. Вон она танцует лезгинку, да. У нас гостя Алика Богатырева, друзья. Встречайте. Я не могу без тебя.
Привет, Алика, рады видеть тебя у себя в гостях. На красном диване. На красном диване, это вполне почетно. Мне так приятно, от сглаза. Да, кстати. От сглаза помогает, а еще, говорят, красные деньги притягивают, это правда? Сейчас проверю. Еще быков. Быков, да. Нет, вот сейчас, нет, подожди, быки есть, от сглаза нас спасет наша... Кто-кто, Ванга? А, гадалка. Ваенга, да, так скажем. Вот так, ну и любит. Деньги как бы вам... Как бы то, что ты одел галстук, ничего не значит. Еще не говорит о том, что это твой галстук. Учителя средней школы тоже. Что интересно, вот уже сколько, 13 выпусков, у нас почему-то красный диван пока подтверждается в случаях с быками. Ну, рада тебя видеть, на самом деле, в нашей программе. Как добралась вообще, рассказывай. Прекрасно. То есть троллейбусы водят прекрасно. Сама вожу троллейбус. Приехала. Погода солнечная. Сейчас все... Поуже затянули вот эти вот кошельки, да, такие? Ух, это про нас. Не, на самом деле сейчас все будут ездить на троллейбусах в ожидании увидеть там вот такого вот милого контролера. И вот расскажи, пожалуйста, интересно узнать, вот какие вот в данный момент у тебя вот творческие свершения, планы? Вы скоро... Узнаете, услышите и, возможно, даже и увидите. Угу. Вот так. То есть, ну, да, если, да, вы интрига, к этому, да? Времени, да. Если вы к этому времени не ослепнете, вы, возможно, да, даже и увидите. Это самый непредсказуемый фильм. Скоро будет, скоро увидите, скоро услышите, может быть, сама возможно, в России. Знаю. Возможно, в России. А возможно, не в России. А, вот потом, да. А потом какой-нибудь удачный смотря фильм. Вам, смотря как вы поддержите, как вы раскрутите. О, базара, нет. Ну, в Небринск, Жигутинский тему. Район за нами. Я лично за него буду отвечать. Все. Я за дружбу, как бы, как всегда. Не причем за дружбу я имел в виду не поселок, а как бы между нами. Ну, да, ты как депутат, лишь бы сказать, что ты хороший. Да, я же говорю, президентом хотел бы стать. Это скрытая информация. Он не депутат. Будущее творчество. Депутат творчества? Хорошая, кстати, свадьба. Депутат творчества? Это как? Это когда за что-то отдельное. Вот, кстати, а мы же вот здесь реально, мы как Дума. Сидим и обсуждаем какие-то дела насущные. Депутаты и ничего не решаем. Да. Ну, а тебе тоже как бы, знаешь? Нас видят и решают. Нас видят и решают. Да, мы даем дельные советы всем. А ну да, первый совет – отдельный от Алики. Благодарю вас. Слушайте меня всегда и следите за моим творчеством. Тогда у вас все будет хорошо. Присоединяюсь. Да, и смотрите. И кому-то одному понял, Аслан. Нет, не Аслан. Президент. Вообще, остановка на Британии – это программа, где можно напрямую поговорить с главами всех государств. Лихтенштейн. Как дела, да? Я напоминаю, что сразу после передачи... Нам никто двоих, не звонит вообще. Вас двоих ждут внизу ребята в белых халатах. Из Зимбабве? Из Зимбабве, да. Черные ребята в белых халатах. С шляпами, да. Такие в торговых центрах стоят, нет? С шляпами, с косами. Это надо было, да? Знаменитый батальон Тимошенко. Ой, кто не верит, что в душе играет. Сердце мое не отпускает, да и непонятно, да и необычно, все как-то на свете стало непривычно. Так, перейдем к нашей рубрике, которая называется, ну мы, грубо говоря, еще не придумали так. Свидетели такое... ЕГЭ, говорим мы обычно. Да, большое свидетели название. Свидетели ЕГЭ? ЕГЭ, да. Мы сдаем здесь ЕГЭ. Если ты его сдашь, то ты посвящена. Просто оно так же легко у нас все проходит, как и ЕГЭ. Ну как бы... Я не сдавала, я не застала это все. У нас тоже не берут взяток, так скажем. У тебя есть... Я не даю. У тебя есть шанс исправить то, что ты не сдавал, и сдать сейчас. Да. И я для этого что, сертификат сейчас. Что будет? Я буду задавать тебе очень быстро вопросы, на которые тебе также быстро, фактически не задумываясь, надо на них отвечать. Хорошо. И делать это вообще не задумываясь. Я первое, постараюсь. Что вот приходит. Это сложно. У меня всегда так у меня. Это сложно, да. Ну что, готовы? Поехали. Каким спортом занимался Валдис Пельш? Футболом. С чем вкуснее есть гематоген? С шоколадкой. Что ты будешь кричать, увидев инопланетянина? О, боже! Нестандартный способ использования помады. Лоб. Любимое блюдо драконов. Перец. Красный. Продолжи фразу. Чтобы стать знаменитой на Кавказе, нужно... Спеть песню Алики Богатыревой. Чем ослабить иммунитет? Дружбой с вами. Где хранит гармошку Аслан Тлебзу?
У меня в чемодане. А где хранится сам Аслан Тлибзу? У себя дома. У себя в чемодане. Кто нравится блондинкам? Брюнетки. Брюнеты. Как называется магазин по продаже йо-йо? Я-я. С чем вкуснее есть гематоген? С ирисом. Вот так вот. Ну, ты сдала. Пойдет? Я тебя поздравляю. Очень классно. Спасибо. Еще очень вкусно с Владисом Пельшем есть гематоген. Я периодически захожу на твой официальный сайт, есть и такой, да, и наблюдаю, и вот сколько, вот я видел, что у тебя уже очень много музыкального видео, то есть клипов уже вышло, да? На данный момент сколько? Да, потихонечку выпускаем. Ну, официальных, именно так, а в HD нет? Качестве, 4. А на телефоне я еще где-то 15 штук снимал вчера. Да, да, после группы «Серебро». Вот эти вот видео, Алика Богатырева подтягивается на турнике, Алика Богатырева. Под песню, а не отпускай меня. Нет, это что-нибудь другое. Не, не отпускай. У меня вот накануне первый клип появился в формате VHS. VHS, новый формат. На старых видеокассетах вот этих, да. Вот эти, которые под подушками хранятся. Да-да-да. На самом деле, у Алики Богатырёвой очень много клипов, и вот я честно тебе скажу, вот, ну, как бы это лично мое мнение, мне нравится то, что ты одна из немногих, кстати, артистов на Северном Кавказе, которая каждую свою песню доводит до, как говорят комментаторы футбола, логического завершения. Угу. То есть, в каждой песне есть клип, фактически. Ну, да? Так, ну, да, так же. Подходим грамотно. У меня есть мои близкие люди, это мои друзья, это мои коллеги, это мои продюсеры. Вот они во всем как бы и помогают, и делают, и мы вот втроем. У вас большая команда, да, я так понимаю? Нас трое. Трое, два... То есть вот огромная... Продюсер, исполнительный директор и я. И, конечно, наши друзья. Я хочу, знаешь, что спросить тебя? Какой твой любимый клип? Про что он, ну, в любом случае, где он снимался. Самый крутой, по твоему мнению. По-любому, такой есть. Который больше нравится. Блин, если честно, я все свои клипы очень люблю. Я считаю, что они каждый по-своему самый крутой. А вот самый первый какой у тебя, получается, был? В HD-качестве, обязательно. Поправочка, да? «Далеко» был очень хороший клип. Но был, да? Сейчас уже не очень. Нет, есть, но... А, получается, самый первый «Далеко», да? Падает, да? Нет, «Далеко» был не самый первый. Ну, да. У Алики Богатырёвой он был первый. Увиливает она. Был вопрос очень простой. Первый клип в HD-качестве. Далеко. Алика, а вот кроме музыкальной именно есть какие-нибудь другие увлечения, хобби у тебя в жизни еще? Я знаю, что ты вообще преподаватель. Что да. Ты причем и действующий преподаватель, правильно? То есть ты... Они все преподаватели действуют. Да, они все. Ну вообще я по специальности учитель начальных классов. Ух ты. Вот так вот. Да. То есть ты умеешь пропись, да, какие-то там? Уже нет. Нет? Нет. Ну, умею, но в наше время, к сожалению, то, что я, умеешь. Чему я обучалась, чему, что преподавать, сейчас уже это настолько все извратили, уже усложнили. Я сейчас пожалел, что мне не 6 лет, я не в первом классе. Как бы мы сейчас хотели бы... Хочется сказать «Здравствуйте!» Да, нет, да, на данный да, момент да. Я как бы не учитель начальных классов. Ну, ты сейчас... работала учителем? Я работала, да, я работала, а потом перевелась. Тут хочется сказать в продленную группу. Это респект, да? Это республика Карачаево-Черкесия. Алика, ну вот о клипах поговорили, о песнях поговорили. А есть ли у тебя альбомы? Какие-то выпускал ты альбомы? Есть. Первый альбом мы выпустили, и, конечно же, я как на программу «Поле чудес» пришла не с пустыми руками. Я на это и намекал. Ты принесла нам огурцы. Подожди, подожди, там должен быть выбор, или подарок, или деньги. Да, там два обычных. Без выбора, вы будете выбирать между собой, кто из вас Якубович, все, больше выбора у вас нет. Ну, визуально похож только он. Сектор приз на барабане, да? Если бы я знал, что подарок зависит от моего намека, я бы намекнул бы на еду. Раньше, нет, надо было раньше намекнуть, потому что по-любому был бы диск. Еду вы всегда найдете, а диск не всегда найдете. Не найдем. Да, да, дисковые. Дарю с удовольствием, мои дорогие, диск. Спасибо большое. Чтобы вы его можно слушали. Можно посмотреть? Конечно. Дежавю. Конечно. Ну что, как всегда, первый дерьмо. Альбом. Как всегда, мне этикетка. Диск, да, мне диск, тебе это твоя этикетка. Я люблю полиэтилен или что-то. Так, не делайте из меня жадобу. Там диск не один, по столом еще есть. У нас... Ну вот, нет, на самом деле очень крутой, ну, оформление очень крутое. Да, и у нас к тебе просьба. Вот в этого оформления чего-то не хватает. Не хватает. Твоего прекрасного почерка. Хотели бы, чтобы ты вот оставила надпись для нас, автограф. Да.
А есть маркер? А есть ли вообще ручка? А вот здесь ручка есть. Я думаю, мы прямо вот здесь на лбу у Алики. На лбу? Очень красиво. С помадой. На лбу у сестры, да, как говорится. А пока Алика подписывает нам фотографию, мы сделаем наше самое любимое. Кладно, чтобы номер... Мы будем подкалывать... Мы будем подкалывать Артура Хинчижаву. Как дела, качок? Качок. Алика, быстрее подписывайся. Потому что они уже начали с качка, да? Я боюсь, что будет дальше. Сколько песен у тебя в этом альбоме? По-моему, 21. Она не знает. Давайте мы напомним нашему артисту, сколько у него песен. 22 песни у тебя. Если вы там что-то увидите... Да, я вижу тебя. Честно? Да. Честно тебе скажу, я теперь буду долгими вечерами ехать в машине за рулем, задумчиво слушать твой альбом. Я даже более... Не верю, но сделаю вид. Нет, я более того скажу, ты этот диск не получишь. Как бы вот сейчас я его себе Зато забираю. Я уверенно возьму эту клеёночку. Да, клеёночка твоя. То есть я буду ехать задумчиво и слушать Киркорова. По традиции... У меня есть клеёнки. Здесь диск не отдают. У меня есть клеёнки. Мурат Тхагалегов. Главное, не перепутай. Лучших артистов Северного Кавказа. Первый коллекционер целлофанов с дисков. Не, на самом деле, я думаю, мы вот для контраста, чтобы было понятно, что диск крутой, мы вот на фоне этого диска сделаем да, вход. Да, традиционное, да. Да, пошли. Я не нужна, Да, ну уродско выглядим мы. Я тоже, меня тоже нет в кадре, как бы. А вообще было бы круто, если бы вот на диск клали целлофан с пупырышками, да, вот прикольно? А давай слушаешь на фоне вот этого, на фоне клеенки тоже сделаю одну фотографию. Я тебе скажу круче, у тебя круче, чем у меня. Потому что есть ты тут, да, как бы. Вот. Поняли? Чиглы. Если у тебя был гость вчера в Одноклассниках с подписью «Мамина радость», то это был я просто твои фотографии выбирал для сегодняшней программы. Да. Это у меня скрытая страница, я с нее все время к артистам захожу. Ну-ка. Многие отвечают. Теперь все узнают. Радость... Переименуйте завтра на «Папину гадость». «Папина гадость». Его «Мамина гадость». «Мамина радость» все называют. Магазин заходит, его «Мамина радость». Так, и вот... Такая первая трагическая фотография. Выглядит так, как будто кто-то на корпоратив за ваш стол сел и начал есть вашу еду. Особенно вот ты так за платье нервно схватилась свое. Да, да, я с любовью. С ноги. А еще это знаешь, что когда корпоратив с ноги. И по-моему, такой тоже бывает. Именно так я решил спор с Дедом Морозом с ноги. Это знаешь... Идем дальше? Давайте. Вот здесь вот я чуть-чуть даже сначала не понял, такое совмещение тебя, я не понял, где ты, фигура твоя. Очень сложно понять, да. Да, как-то смесь такая получилась. Я скажу даже больше, Алика примерила на себя занавеску, да? Алика примерила на себя человека. Вы сейчас кого-то очень сильно обижаете насчет занавески. А, так это вот, вот так. Да, что-то ты рискуешь прямо сейчас. Это Алика Кентавр. Нет. У Алика как-то быстро это удлинился. Алика за... Лиля. Алика... А, это Алика Лиля, Шаулухова Лиля. Да, это Лиля Шаулухова, и получилось так, что сиамские певцы это называют. Лилия Шаулухова ходит вот так по затылок. Ей тоже... Такая прям за тобой, да, вот такая вот Лиля? Мы стояли с двух сторон двери. Это вот премьера песни «За Аликой», да, вот «За океан», у тебя «За Аликой» новая песня. Клип они снимают, подожди. Это клип. А куда девушки вдвоем обычно ходят? Куда вот дверь открыли? Дверь. В зал, где проходил корпоратив. Зал, должен точно. Был проходить, и мы посмотрели. А зал, там, а на той стороне сейчас грустный Ярик вот так стоит. Да. Причем он как хатико простоял. Да, 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 все это время ждал. Я даже представил, как раздавленного швейцара за этой дверью. В зале никого не было? Нет. А кто сфоткал вас? Это невидимая вот эта палочка была для селфи. Да. Так, идем дальше. Угу. Поехали. Я даже знаю, что вы здесь ищете. Нет, это такая вот... Да, кстати. Я тоже сказала первый раз, когда увидела фотографию. Это продолжение. Я просто не понимаю. Тут фильм «Терминатор 7», у тебя другая нога. Это раздвоение личности. Здесь я больше не на кентавра, а на тролля похожа. Знаете как, это раздвоение личности. Это радистка и стриптизерша одновременно.
Так, ну идем дальше. Поехали. Идем дальше. А вот тот самый... Ненавистный. Надо было, понятно, фотографию поменять. Да, вот здесь... После этого у него стала одна нога. Да. Алика лишилась ноги, а мы лишились хорошего аранжировщика вот в этот момент. Сереженька. Сереженька, вот как-то вот не... крокодиловые слезы ты льешь сейчас. Нет. Я, знаете, что эта фотка символизирует? То, что Алика Богатырева не очень сильная. У Сережи даже лицо не поменялось. Он как стоял, так и занимался своими делами. Он даже не заметил, что это происходит. Что самое интересное, Сережа в свою очередь другой провод держит. Я даже слышал, кого он душит он. Это переходящий провод. Ручеек такой проводной. Это такие вот современные коммуникации. Современные. Через провод. Да, современные. Там было интернет, оптоволокно, да, проводят такие. Через Сережу. А может он за колокольчик дергает так? Там. Ладно, идем дальше. А ну еще как показал колокольчик? Я долго практиковался на французском языке сейчас. Покажи, нет, скажи еще раз. О, такой даже у меня нет. Где ты ее нашел? Это секрет. Не в одноклассниках он только лазил. Он лазил в ее личной жизни. Представь, какое выражение лица у этого человека. Я думаю, была очень довольна. С той стороны тоже, да, такой человек сидит. Очень грустный корпоратив. Да, такой. Друг на друга. А сможешь такое же лицо сделать вот сейчас, как там? А давайте все сделаем такое же лицо. Давайте. Да, мы так разгорячились, что так и хочется тебя пообсуждать. Ну, давайте. Да, обычно мы делаем... А привыкла? Знаете, кто такая Алика? Видели ее вчера, да? Обычно мы делаем это за спиной, но сегодня тебе повезло. Я привыкла, что за спиной, поэтому давайте сегодня в лицо. Есть ли у тебя какие-нибудь интересные кулинарные предпочтения? Вообще, любишь ли готовить сама? Вот, хороший вопрос. Готовишь. О, а что ты готовишь? Вот любимое все твое готовы. Блюдо. Все подряд. Все? На самом деле, мы просто, ну, как бы подбиваем тебя на то, чтобы ты нам пообещала что-нибудь приготовить. Я бы с легкостью. Что? Черную пиццу. Черную пиццу? Черную пиццу готовишь? Ты готовишь черную пиццу? Еще как-то спросить. Начну пробовать. Я, кстати, умею очень хорошо черное подгоревшее мясо готовить. Черное мясо знаменитое. Это твоя коронка. Вообще все блюда черными делают. Пока у нас дело не дошло до расизма агрессивного. Вот, кстати, о еде. Кстати, о еде. Вот совсем недавно вот была новость, я не знаю, слышали ли вы или нет, что вот гречка, казалось бы, гречка, она, кстати, да, подорожала в несколько раз и чуть ли не превратилась, я не знаю, в айфон. И само собой, да, вот просится, вот прям никто, почему-то все об этом молчат, и хочется про это спеть. Так. Я слушал твою песню «Дежавю», у меня было дежавю почему-то, я подумал о гречке, не знаю почему, вот именно в этот момент я подумал о гречке. И я хотел бы, чтобы мы сегодня, вот в завершении нашей программы, спели песню. А программа у нас, кстати, завершается. Да, программа завершается. Кстати, она заканчивается. Хотелось бы, чтобы мы спели песню про про подорожавшую гречку, называется «Дожую». А у нас есть еще один член нашей команды, тоже черный, как и гречка и все остальное. Так, вот я протягиваю тебе текст. Это под песню, под твою песню «Дежавю». Еще раз, это вот измененный текст. Песня. Песня про подорожавшую гречку «Дожую». Боже мой, как же так? Гречка нужна ты нам, но не найти никак. Хочешь попробовать сам? Это как вип-еда, это как светлый сон. Чувствовать запах твой, бориться с тобой. Унисон. Я не забуду тебя, до блюда с тобой доживу. Это не просто слова, гречка, тебя я люблю. Я не забуду тебя, грею кастрюлю свою, песню тебе я спою. Вот только тебя доживу. Еще раз. Я не забуду тебя, до блюда с тобой доживу. Это не просто слова, гречка, тебя я люблю. Я не могу без тебя, грею кастрюлю свою,
песню тебе я спою. Вот только он тебя дожует. Вы только что... Мы только что сняли клип на твою песню. В HD-качестве. Не уходи от меня, Гречка. А я напомню, что у нас в гостях была... У нас сегодня в гостях была Алика Богатырева. Ваши аплодисменты, мои дорогие друзья. Тщательно пережевывайте, друзья.